нашей семье, дядям, сестрам, что так благо, что мы сегодня собрались на годовщину открытия памятника. Спасибо, Рабай, что пришли вы. Мы на самом деле давно пытались это сделать, и вот потому что мы сегодня пришли к этому, поставить папе памятник. Я знаю, что папа был на самом деле очень доволен жизнью. Он всегда говорил, что сынок, я прожил красивую жизнь. И вот приходили мы сюда с папой, папа смотрел, говорит, вот здесь человек покоиться будет. Вот, Барух Ашем, пришло время, что мы удостоились поставить все в руках Бога, чтобы выразить признательность дядям, тетям, чтобы все вот так поддержали, пришли. Рабейну, спасибо вам. А мы, как вы знаете, по законам Торы поставили бар-код, поставили памятник без фотографий, но сделали бар-код, чтобы люди могли знать, кто здесь похоронен. И смотря то, что сегодня мы пришли, дядя, сюда, мы все можем в телефонах иметь этот код. Я сейчас покажу, как это происходит. И этим самым мы знаем, кто на этом месте похоронен. Мы были в Израиле, на всех наших святых бабушках, дедушках, всех праведников. И нигде там нету фотографий. И причина, почему мы это сделали, чтобы не было фотографий, чтобы душа человека не страдала. Но мы знаем, что такой был на самом деле папа, и он всегда хотел, чтобы люди приходили, навещали, чтобы люди всегда говорили о нем хорошие вещи. Дай Бог, чтобы его нишма была в Ганедене, в раю, чтобы мы могли написать правильные слова. На самом деле он никогда не держал обиду, всегда старался помогать. И в жизни он делал много хороших вещей, которые, Барух Ашем, на сегодняшний день люди вспоминают и говорят о нем. Спасибо, папа, что вы у нас есть, что были, хорошее, чтобы нишма была в раю, чтобы мы могли вести ваше имя, мы, наши дети, потомки ваши, чтобы вы могли молиться, папа, за нас, Богу, чтобы Бог дал нам всем хороший год, здоровье, мир в земле, без отношений, чтобы в каждой семье было шалом-байт, и в каждой семье было благополучие и спокойствие. Thank you. No, John, just, I want to just in English, no, John, what you did over here was very right. Unfortunately, not everybody knows that this is what Allah requires. Когда Хахам Увадя приносит его in the Sefer, when a person has a picture over here, then the neshama suffers very much. So Miljon may be the first one to show the people how you went, you saw. This is the right way to do it. If anybody can do it, especially today with the technology. Like you guys have the barcode, you go on the barcode, you press it. The picture comes out, the videos you can have come out. He told me, he explained to me, Miljon, may Hashem only bless you, your family, your children. With the Ketivah Chachmah Tova, Arichas Yam and Arichas Shayim, Miljon. May you never know of this anymore, Miljon. Only Simachot. Amen.